Приветствую вас, и это сравнительный тест пил Bosch и оригинальной пилы Leatherman Surge. Значит, пила Bosch выглядит вот так вот. Она длинная. Сейчас скажу, сколько она у нас в сантиметрах. 16 сантиметров где-то, 16 с копейками может. Вот, значит, купил вот такую вот пилу, я уже показывал. Будем проводить тест. На таком вот полежке, не знаю, сколько здесь в обхват. Но у меня вот так вот. И еще оно идет там. Хочу заметить, что у этой пилы зубчики в сторону назад сделаны. Сейчас засекем время. Секундомер поставили. Отключили. 23 секунды. Сейчас тут же сразу же пилим пилой от Leatherman. Если хватит заряда батареи, то возможно я успею. Ставим секундомер. Идем пилить. Это же полежка. Пилой от Leatherman. Все вылезает. Вот это вот проблема пилы Leatherman Surge. Она открывается, ударяется при этом, при всем, и пила вылетает. Замок открывается сам по себе произвольно. Вот такие вот заминочки происходят. Ну ладно, попробуем допилить. Ну, в общем, мы видим, что уже у нас со всем этим прошла минута 35, и смысла продолжать тест нету, так как пила Leatherman Surge стандартная и пила Bosch, купленная мной в магазине, длинная, превосходит во многом оригинальную пилу Leatherman Surge. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. Что хочу добавить насчет пил? Что, конечно, если идти в какой-то поход, где вы прекрасно знаете, что будете пилить. Ну вот, у меня и села камера, не успел я дорассказать. Самое странное, что вот пока я оставался на ночь на горе Азов, у меня оставалось еще половина батареи. Но когда я проснулся, то телефон у меня был вообще на нуле. То есть он мигал пока еще, светился, но
батарея у него была пустая. Также и видеокамера, тоже батарейка разрядилась. Успел я вот снять тест и все. Значит, хотел добавить, что если идти в какой-то поход и знаете, что будете что-то пилить такое, ну, больше, чем что-то с палец, то, конечно, лучше отдельно купить вот такую вот пилу, да? Стоит она всего лишь 50 рублей, вот такая вот пила по дереву. Не такая уж большая цена, да? Для пилы, которая, в принципе, может неплохо пригодиться. И она сэкономит вам вес и место. Есть, конечно, другие пилы, ручные, складные там и тому подобное, да? Может быть, они в раза два длиннее, чем эта пила, но может быть, в полтора. Ну, зачем это лишний груз, когда можно взять вот это и вот, например, вот это. Что я хочу сказать, в принципе, пила от Laserman Surge, конечно, может пригодиться, но почему-то мелкому. А вот, вот эта пила от Bosch, удлиненная, то есть сравнение. Этих пил можно посмотреть, то есть в два раза больше, да, чуть даже может быть больше, чем в два раза. Вот, то есть можно взять вот эту пилу и отлично справиться даже и вот с такими вот полежками, такими вот распилить нормально и быстро, потому что зубья здесь большой ход, а здесь маленький у этой пилы. Ну все, вроде как все сказал. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментах, я отвечу. Никаких проблем. Думаю, все. Огромное спасибо за внимание, то, что досмотрели до конца это видео. Всем желаю добра, удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч.